Друзья, рады видеть вас на канале «Вкусно и дружно». Всем привет! Привет! Друзья, сегодня мы с вами приготовим два вида вафель из слоеного теста с начинкой из сахара и сыра. Для этого нам потребуется бездрожжевое слоеное тесто, сахар, сыр и вафельница. Приступаем к приготовлению, друзья! Для начала берем кусочек слоеного теста и слегка его раскатываем. Слегка раскатали тесто и присыпаем сахаром. Присыпали и накрываем второй частью. И раскатываем. Тесто раскатали и вырезаем вафельки. Вот так. Вот такие они у нас получились. Друзья, первая партия вафель с сахаром подготовлена. Приступаем к выпеканию. Выкладываем наши подготовленные вафельки в вафельницу, друзья. У нас вафельница не очень мощная, 750 ватт, поэтому выпекаться они будут на протяжении 7 минут. Чтобы нам удобнее было отслеживать, мы заведем вот такой таймер. А когда он зазвенит, друзья, мы к вам вернемся и покажем, что у нас получилось. Теперь подготовим тесто для вафель с сыром. Раскатываем. Выкладываем сыр. И накрываем тестом. И вырезаем. А тем временем, друзья, таймер сработал. И наши вафли с сахаром готовы. Выкладываем их на подготовленную деревянную дощечку, чтобы они не запотели и оставались хрустящими и вкусными. Вот такая красота и вкуснятина, друзья, у нас получается. Друзья, продолжаем выпекать вафли с сахаром. У нас их осталось еще на две партии. И далее приступим к запеканию наших вафель с сыром. И все вам покажем, друзья. Оставайтесь с нами, будет очень вкусно. Друзья, первая партия вафель с сыром подготовлена. Посмотрите, друзья, какие они у нас красивые и аккуратные получились. Кончики мы обрезали кондитерским ножом, и они у нас получились такие фигурные и замечательные. Друзья, вафли с сахаром и сыром с нами сегодня печет наш постоянный сушеф Персик. Кухонька у нас, конечно, небольшая, но место для такого контролера найдется всегда. А как же без него, друзья? Друзья, прошло полчаса, и все наши вафли с сахаром и сыром готовы. Посмотрите, какие красивые они получились. Я вам больше скажу, я уже попробовал, и они еще очень-очень вкусные. Поэтому, друзья, попробуйте приготовить вафли из слоеного теста по нашему рецепту, и надеемся, вам понравится. Спасибо, что вы были с нами, друзья. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео и оставляйте комментарии. И главное, друзья, готовьте вкусно и дружно. Всем пока-пока! Пока!